В Магнитогорске местные жители заметили лося. Животное зашло прямо в город. Лося заметили на северном переходе. По словам очевидцев, позже он переплыл реку на сторону комбината и убежал. Видео разлетелось по соцсетям. Пользователи интернета задаются вопросом, как животное не испугалось и забрело в черту города. А на 30-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург кто-то из водителей сбил лося. Как рассказали очевидцы, животное, видимо, внезапно выбежало на проезжую часть, а водитель среагировать не успел. На асфальте не осталось даже тормозного пути. После аварии, возможно, шофер испугался и поэтому скрылся с места ДТП.